А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш, мы продолжаем играть в House Flipper, и сегодня у нас будет новая миссия. Накинул разрешение чуть повыше, и кадры такие 55-60, такое скачет. И угол обзора сделал чуть побольше, чтобы больше всего помещалось в экран. Так, как нам... А, табик, сообщение. Пинаков. Пинаков. Так, у меня для тебя новое задание. Роберт Паттерн и Стивен Яблонский. Ну давай, Стивена начнем. Даже не читал, что там хотят, но скорее всего убрать. Судя по названию, сейчас будем смотреть. Так, это его... О, нифига, какая хата. Прикольно. Ой, даже на дорожку выйти не могу. По-моему, в прошлый раз я мог выйти на дорожку. Сейчас не могу. Здоровенная хата. Так, ладно, задание. Мусор, пятна. Ну, так полагаю, что можно по всей хате сразу походить и пособирать мусор. Хм. Что, покрышки тоже отмывать, что ли? Это странно. Так. А этот можно туда перетащить? Наверное, да. Как минимум, место для него здесь есть. Отлично. Так, хорошо. Можно открыть? Откроем. Так, здесь у нас ничего не высветилось? Нет, все нормально. А, продать резину нужно. Вот оно что. А если ее отмыть, потом продать? Она не отмывается, понятно. Продать, продать. Продать, продать. Так, книжечку сейчас сразу уберем. Мусорку поставим по-человечески. Полочка, гантелька. Так, ну, теперь можно и потереть. Интересно, так здесь тряпкой трет, а здесь щеткой. Так, здесь все, да? Да, на улице все отлично. Не есть контакт. Супер. Так, тут все готово. Так, ну, вход еще один есть. Лестничка. Продать два тапочка и курточку. Где их взять? А где их взять-то? Не, ладно, на второй этаж попозже схожу. На второй этаж, думаю, можно попозже сходить. Здесь что? Здесь все классно. Закрываем. Тут все тоже супер. Так, здесь на этом крылечке все отлично. Так, ну эти все зоны проверены, на всякий случай, мало ли. Вдруг они как отдельные какие-то зоны считаются. А гараж... Угу. Тут нифига не нужно. Закрыть. Тут открыто. Это закрыть. Все, туда мы ходить уже не будем. Это... А, так это все одно и то же. Подожди, а это другое. 1.32. 1.32. Странненько. Ну ладно. Так, что там продать нужно? Продать, по-моему, курточку и тапочки.
Все? Все. Так, мусор. Мусор есть. Щеточка. Ковер тоже щеточкой трет. Супер. Коридорчик готов. Кухня. Кухня, все супер. Тоже супер. Блин, какая-то лайтовая миссия у нас. Оу, тут все засрано. И здесь. Ответить. Привет, это Стивен. Несчастный владелец дома, который ты... Чего? Как у тебя дела? Еще на странной работе? Так я как бы начал. Then you're a braver soul than I am. I felt defeated right after I opened the door, so I closed it immediately. But to the point, I have one more request. I had a microwave, which disappeared mysteriously some time ago. If you'd find it in his room, could you move it to the kitchen? I have it since I went to college. It would be a pity to lose it now. Thank you so much. I like that model quite a bit. The new ones look weirdly complicated. That's it, I guess. Good luck with the cleaning. Удачи. I'm gonna hang up now. Так, микроволновку нужно надыбать. Фига, у него тут комнатка. Ну, как минимум, микроволновки за дверью нет. А, это коробки. Я сразу и не понял. Значит, такой раз и комп в мусорник. Вот это будет весело. Понял. Ну, цветочки я сейчас еще перепроверю, но они дохлые. Так. Продать. Знак, стол. Чайник, комп, клавиатура. А это что, один монитор? Так, продать. Клавиатура, правильно? Да. Комп, вы уверены? Ну ладно. О, микроволновка. Я ее нашел. Так, а где ее место? Видимо, вот здесь. Так. А, давайте мы тут еще потрем немножко. Чтобы хоть какой-то порядок навести. Потому что я даже не знаю, с чего тут начать. Коврик, если мы повернем, по идее, они могут мусор, грязь все позакрывать. Еще лотки пооставались. Так. Вдруг тут где-то мусор сейчас окажется. Так, окей. Окей, окей. Щетка нам нужна. Чтобы все дочистить. Окошко тоже нужно, да? Есть контакт. А сверху? Ага, сверху мы дотягиваемся. Хорошо. Замечательно. Есть. Я Е нажал вместо того, чтобы помыть. Отлично. Ой, там тоже Е нажал.
Готово. Так, окна есть. Пятна. Пятна еще паста. А, ну на кровати есть пятна, окей. Под кроватью не видно. О, еще мусор. Он тут, походу, тупо везде. Ну, возможно, за плакатами пятна останутся или еще где-нибудь, я не знаю. Так, я точно помню, что нужно продать знак. Плакаты с какими-то мужиками. 1, 2, 3, 4. Так, 4 с какой-то... Вот это. Это. Вот это. И вот это. Потом сердечки и какой-то лысый. Вот это и лысый. Вот это, да? Так, этот лысый. Снова что-то с сердечком у нас. Короче, все плакаты, походу, нужно продать. Что-то на голубом фоне с надписью. Оп. Оп. А жабку? Жабку тоже. Кстати, а пятна-то были, они, походу, вместе с плакатами у нас ушли. Я на всякий случай попробую тут поерзать немножко вдруг. Пятна 9 штук. Я надеюсь, игра не обидится из-за такого. О, вот еще пятна, точно. Одно пятно. Ух. Это будет сложно, потому что у нас на плакате была надпись. А мы с ней нифига не сделали. Сам цветок нужно продать. Горшки. Но этот похож на цвет. И этот похож на цвет. Ага, понятно. Так, колоночка. Сходится. Только без передней этой панельки. Колонки есть. Так, корзинки. 3 штучки с фиолетовой крышкой. Это оно, не? Фиг знает. Так, тарелку точно продать. Чайник надо продавать? Чайник. Коврик. Да блин, они одинаковые. Коврик нужно один продать. А, 3 коврика. Раз, два, три. Есть. 3 монитора. Понятно. Я тупо нол такой посмотрел, один монитор. Что это такое? Это зеркало? То вот эти, наверное, штуки. Да. Короче, продаем все нафиг. Ящик нафиг, ящик нафиг. Все, что можно продать, все продаем. Папка 1, 2, 3, 4. Мышка. Так, продали все, что нужно было. О, и пятна попропадали откуда-то. Один мусор где-то остался. А как у нас там чутье? Чутье выжившего. Вот ты где. Пом-пом-пом. Все готово. Замечательно. Что это такое? Понял. Так, комната убрана. Замечательно. Так, теперь здесь. Кто-то наследил чем-то зеленым. Тут вообще кровякой все замазано. Что-то происходило. Пьяная драка. Так, ну... А, вот еще пятна. Так, пятна все. Продать тапочки, зубную щетку, стаканчик и какую-то фигню. Так, стоп, стаканчик. Вот этот. Два тапочка. И хз, что это такое? Вот эту штуку, что ли? Да? Походу, да. Mission complete. Mission complete. Домик убран. Я вас поздравляю.
Так, ну чё, миссия выполнена. Вся? Вся. Завершить проект. Ты уверен, что хочешь закончить работу прямо сейчас? Ты заработаешь трёшку. Да, конечно, потому что всё выполнил. Принять. Ну, отлично. Все готово, мы все сделали. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу коротенькую серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну, с вами был Алекс Фреш, и всем пока-пока.